Всем привет! Сейчас я вам покажу крутой чит для Among Us на телефон. Значит, смотрите, выглядит он вот так вот. Тут довольно много функций. Сейчас я вам все покажу. Вот, также ссылочка на него будет в описании. Значит, перед тем, как его скачивать, удалите основную версию, то есть настоящую. После того, как удалили настоящую версию, можете уже скачивать другую версию по ссылке в описании. Так, теперь заходим в онлайн. Давайте в паблик заходим. И вот, допустим, 4 из 10 мест зайдем. Так, все, мы зашли, как видите. Смотрите. Вот эти функции host меню, озаглавие, они в основном работают только когда вы создатель карты. То есть, допустим, если вы их включите, они на других работать не будут. Вот, допустим, Random Head. Как видите, они у меня работают, шляпа меняется, но у других они не будут показываться. Также со скином получается и с питомцем. А также получается, можно быть всегда импостером. Первая функция. А потом можно сделать, чтобы победили импостеры. Можно сделать, чтобы победили Кревинс, то есть мирные жители. Можно так сказать. Так, и получается, при старте от Instant Win вы можете сразу победить. Так, и есть еще функции Unlock Skin Pets, потом шляпы и просто скины. Вот, они работают, получается, когда вы находитесь в лобби. Вот, то есть вы их включаете, заходите в компьютер, не можете выбрать себе любого питомца, любой скин и любую шляпу. Смотрите, No Ads, это у нас выключить рекламу. Потом No Leaf Pently, вы, получается, не будете выходить с игры, насколько я понял. Can Rejoin Banned Rooms, вроде бы как он должен кикать всех остальных. Я точно не проверял. Так, давайте глянем, что тут пишут. Угу. Так, голубой. Ну, давайте, в принципе, проголосуем. Так, и... Нифига себе, за него много проголосовали. Офигеть. Так, ну, все, его кикнули. И смотрите. Вернемся наверх. Если вы играете за маньяка, вы можете включить функции No Kill Cooldown. Получается... При убийстве игрока, если вы будете играть без щита, у вас будет таймер, через сколько вы сможете его повторно убить, то есть другого. А если вы включите эту функцию, то вы сможете сразу один за одним убивать всех живых оставшихся. Ну, вы поняли. В принципе, сейчас, если я буду маньяком, сейчас я вам это покажу, то есть импостером. Также можно пропустить голосование. И Unlimited, тут можно какой-то лимит выключить. Так, давайте ждем, сейчас карта запустится. Угу, я мирный. Ну, к сожалению, показать не смогу. Вот, но я думаю, вы, в принципе, на словах поняли. Получается, вы просто подходите к персонажу, допустим, нажимаете kill, убиваете, сразу бежите на другого, нажимаете kill и его тоже убиваете. То есть у вас не будет времени... Рестарт килла, можно вот так сказать. See Ghost Chat. Давайте включим. Угу. Что-то у нас не работает. Ну ладно. В принципе, это такая себе функция. Также можно, получается, Torch дистанцию включить. Это, получается, видимость карты. Можно сделать полностью видимую карту. Допустим, вот я сюда подхожу. Как видите, я слева вижу... Получается электричество полностью. Конечно, там темный фон есть, но его видно. Допустим, давайте мы сейчас с вами отключим. Как видите, мы отключили. Так, кого-то убили. Идем сюда. Угу. Здесь также видно. Ну, короче, я думаю, вы поняли, за что эта функция отвечает. Так, давайте пропустим голосование. Смотрите. End Void. Нажимаем. Как видите, все, голосование пропустилось. Сейчас, получается, все типа скипают.
Так, все отлично. Ждем сейчас, пока у нас обратно на карту закинет. Так, все, теперь смотрите. Можно закрыть все двери. Допустим, идем сюда. Потом, где known, нажимаем сюда. И нажимаем all doors. Как видите, все двери закрылись. Вот, эта функция работает. Также она работает на определенных комнатах. Можно, в принципе, только определенные комнаты закрывать, как видите. Вот. Ну, тут, получается, функция отвечает за закрытие дверей. Так, давайте еще раз голосование пропустим. Так, все готово. И сейчас, получается, у нас осталось две функции. Так, ждем, пока нас опять перекинет на карту. Так, все готово. Смотрите, есть speed. Бегаю я вот сейчас так, по-обычному. Включаем speed. Как видите, я стал намного быстрее бегать. Давайте на максимум. Видите? Сейчас я бегаю вообще со скоростью флеша. Все работает. Так, давайте отключим. Голосование опять пропустим. И последняя функция, это у нас complete tasks. Это получается автоматически функция выполняет за вас таски. И происходит это все моментально за одну секунду. Все, вот я нажал. Как видите, они выполнились. И сейчас получается, мы должны победить. Так, ждем немножечко. Так, сейчас там прогрузится, подумает он немного. Так, давайте двери, кстати, откроем. Так, known ставим. Все, сейчас должны открыться. Так, и что-то complete task не работает. Я до записи видео проверял, включал эту функцию. Работало все прекрасно. То есть я просто один раз нажал complete task, и мы чисто победили. Не знаю, что в этот раз произошло. Таски, кстати, выполнились, но почему-то нас не перекидывает за победителя. Очень странно. Ну ладно, в принципе, вы всю суть поняли. Также, повторюсь, ссылочка будет в описании. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами, как всегда, был Эйсбан. Всем удачи и пока.